Всем доброго дня, меня зовут Ася Утепова, я нутрициолог, коуч по здоровью и наставник по нормализации веса и коррекции пищевого поведения. Сегодня мы с вами узнаем о том, какая же добавка необходима нам и нашему организму. Речь пойдет о витамине В12. И обязательно подписывайся на этот канал и можешь заказать на интернет-магазине Shoppers любые БАДы, которые тебе необходимы, но проконсультировавшись со своим нутрициологом. Итак, речь пойдет сегодня о витамине В12. Какие же витамины В12 у нас есть? Они не все одинаковые, потому что имеют разное содержание витаминов. Функции витамина В12 в организме человека довольно очень сложные. И две основные функции, в котором участвует витамин В12, это расщепление некоторых жиров и аминокислот, а также он участвует в восстановлении метиотонина. Метиотонин – это аминокислота, необходимая для образования определенных доноров метила для производства многочисленных соединений. Поэтому здесь в интернет-магазине ты можешь заказать БАДы самые 400 мг, которые как раз являются самыми необходимыми витаминами для наших биохимических процессов. Также мы имеем в виду и другие различные формы витамина В12. Которые также выпускаются и представляются на рынке БАДов. И обязательно посмотри здесь под видео, есть ссылочки на различные виды и формы витаминов В12. Итак, две активные формы витамина – это адезинокобаламина и метилкобаламина. И вот эти формы витаминов, они выпускаются в разных формах, и мы понимаем, что сейчас речь пойдет о дефицитах. Для чего же он нужен и что будет, если мы не будем восполнять наши дефициты в организме? Дефицит витамина В12 – очень распространенное явление. Этот витамин с трудом усваивается организмом, и поскольку его молекула довольно большая, он также требует интенсивного процесса пищеварения, поскольку для его правильного переваривания и усвоения из пищи необходима как желудочная кислота, так и внутренние факторы, выделяемые клетками желудка. Поэтому с возрастом у людей часто возникает дефицит этого вещества. И по некоторым оценкам, дефицит витамина В12 наблюдается у каждого пятого пожилого человека. Однако, даже молодые люди могут испытывать дефицит витамина В12, и стандартные анализы не всегда покажут, что этого витамина не хватает. Какие же и бывают симптомы дефицита витамина В12? Это могут быть как физические, так и психические расстройства. И сейчас мы с вами рассмотрим, какие же это виды. Например, если мы говорим с вами о физических расстройствах, то это даже может быть деменция, которая у нас бывает, мы говорим часто в старческом возрасте, но и даже уже в молодом возрасте мы можем понимать, что нам не хватает энергии, и у нас возникает анемия. Поэтому мы обязательно должны следить, что нехватка витамина В12 приводит к анемии, когда количество красных кровяных телец уменьшается, а доставка кислорода к тканям нарушается. И без достаточного количества кислорода выработка энергии может замедлиться, что приведет к слабости и усталости. И поэтому потребление количества витамина В12 обеспечивает его необходимое количество, чтобы не нарушать процесс образования кровяных телец. Итак, вот по поводу деменции я уже сказала, низкий уровень наряду с фолатом и витамином В6 также может привести к повышению уровня гомоцистеина. И гомоцистеин – это токсичная аминокислота, которая, как известно, повреждает сердце и мозг. И низкий уровень В12 и повышенный уровень гомоцистеина являются признаками риска развития деменции. Исследования показали, что у людей с деменцией часто наблюдается дефицит питательных веществ, в том числе витамина В12, фолатов и витамина D. И здесь, под этим видео, ты найдешь самые необходимые ссылочки, чтобы узнать, какие витамины здесь можно приобрести в нашем магазине Shoppers, которые без труда доставят вам все витамины, необходимые для вас, в кратчайшие сроки, и оплачивать можно будет картой Российской Федерации. Итак, продолжим. В чем же польза нашего витамина В12?
он борется с такими хроническими заболеваниями, которые возникают у нас уже с возрастом, это остеопороз. Данные показывают, что высокий уровень гомоцистеина и низкий уровень витамина В12 коррелируют с повышенным риском развития остеопороза и переломов костей. Поскольку переломы костей являются одной из основных причин инвалидности и смертности пожилых людей, их профилактика имеет огромное значение. Многие питательные вещества на протяжении всей жизни имеют решающее значение для здоровья костей, включая витамин В12, а также кальций, калий, цинк, витамин D и витамин К и другие витамины. Здоровье сердца. Высокий уровень гомоцистеина обычно коррелируется у нас с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако испытания, в которых витамины группы В использовались для снижения этого риска, не приводили к улучшению результатов, включая сердечные приступы и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с противоречивыми данными необходимо было провести дополнительные исследования, чтобы понять общую взаимосвязь между витамином В12 и здоровьем сердца. Недавний обзор подчеркнул противоречие, но все же рекомендовал снизить уровень гомоцистеина с помощью фолатов как разумный подход, поскольку В12 также снижает гомоцистеин и рекомендуется вместе с фолатами, было бы логично включить витамин В12 в рацион людей с высоким гомоцистеином. Надеемся, что будущие исследования нам помогут лучше понять сложную взаимосвязь между витаминами группы В, гомоцистеином и сердечными заболеваниями. Сейчас я хочу рассказать также о таких диагнозах и состояниях нашего организма, как депрессия, плохое настроение. Интерес к влиянию витамина В12 на настроение проявляется уже несколько десятилетий. В связи с влиянием витамина В12 на выработку нейротрансмиттеров, и это вполне объяснимо. В синтезе серотонина, дофамина и других нейротрансмиттеров ключевую роль играют ряд питательных веществ, в том числе витамин В12. Количественное и клиническое исследование, в котором группы витаминов В сочетались со стандартными антидепрессантами, которые участвовали в исследовании, показали, что эта комбинация более эффективна для поддержания и улучшения настроения при медикаментозном лечении. Более ранние исследования также показали, что уровень витамина В12 коррелирует с улучшенными результатами у пациентов с депрессией. Несмотря на однозначные доказательства, в недавнем обзоре был сделан вывод, что прием витамина В12 может отсрочить начало депрессии и повысить эффективность антидепрессантов. Добавление витамина В12 предоставляется довольно простым подходом улучшения настроения. В отдельном обзоре доказательств сделан вывод, что В12, вероятно, наиболее полезен при длительном приеме. Нервы и хроническая боль. С момента своего открытия витамин В12 использовался для лечения целого ряда различных болевых состояний. Хотя не все виды боли успешно лечатся. Данные свидетельствуют о пользе витаминов В12 для лечения нервной системы и хронических болей в спине. Хорошо изученным болевым состоянием, которое лечится витамином В12, является диабетическая нейропатия. Диабет вызывает повышенный уровень сахара в крови, что со временем может привести к значительному повреждению нервов. И обычно начинающаяся в ногах диабетическая нейропатия может стать причиной инвалидности. Также ряд клинических исследований, в которых использовался витамин В12 при диабетической нейропатии, подтвердил положительный эффект, в том числе недавние исследования, которые были проведены в 2021 году. Вероятно, витамины В12 помогают восстановить миелиновую оболочку, окружающие нервы. Хотя эти исследования не столь хорошо изучены, пара клинических испытаний с использованием инъекционного В12 для лечения хронической боли в спине также показала впечатляющие результаты, учитывая, что степень нетрудоспособности при болях в спине инъекционный витамин В12 может стать хорошим дополнением к лечению этого сложного заболевания. Ну и, конечно же, наш лишний вес. И здесь витамин В12 нам тоже может пригодиться. Интересно, что инъекции витамина В12 часто назначаются в качестве средства для контроля веса. Хотя приходящее
повышение энергии не является редким побочным эффектом после инъекции витамина В12. Нет опубликованных пока данных, свидетельствующих о том, что витамин В12 эффективен для снижения веса. Но все же мы понимаем, что он участвует во многих процессах биохимии нашего организма. И самое главное, у него нет никаких побочных явлений, а дефицит он у большинства людей все-таки присутствует, поэтому безобидной формы и его нетоксичность можно в небольшой дозе применять ежедневно и в течение длительного периода. Если тебе была полезна эта информация, обязательно подписывайся на канал, обязательно переходи по ссылке, которая будет расположена внизу, и ты можешь зайти и заказать все необходимые витамины на маркете Shoppers, где без труда ты сможешь заказать любые свои любимые продукты БАДов, Сайферба с разных стран, буквально одним нажатием, делая ссылочку и оплачивая российской картой. Если тебе понравилось, ставь лайк этому видео и жди следующих видео о наших БАДах. Всем спасибо!